It's my life, it's my life. Помните во всех дворах, во всех домах, во всех дискотеках. В 90-е годы звучала эта песня доктора Элбана. Да. It's my life. Ну, мы с Маркусом решили провести вечер, творческий вечер, так сказать, доктора Элбана. Где же он пройдет? Или Мауку. Индонезия. Может быть. Упсала. Швеции. Или Дамьета, говорит. Египет. А может. National Capital. Папуа Новая Гвинея. Ребят, туда меня не надо. Не-не-не. Папуа Новая Гвинея. Не пойдет. Вам поможет Огр Шрек. Ладно, я подумаю, что можно сделать. Если ты не хочешь Папуа Новую Гвинею. Так, ну попробуем. Так, попробуем послушать какую-нибудь песенку. Сколько там у меня букв? 5. Песня номер 5. Солнечная погода, где же все туристы отдыхают? Конечно же. Египет. Да, да, Мета получает первый балл. Во! Это мне нравится, да, это хорошо. Ладно, я пошел тут покушать. Как нам машины именины, испекли мы да, каравай. Вот такой. Пусть другие там помогут. Мистер Бин и его подруга Ирма. Так. Так, что у нас? О! Зай, что ты там смеешься? Потому что миссис Микет сейчас это будет видеть. Да. Миссис Микет не нравился доктор Албан. Давай, давай быстрее поможем и пойдем отсюда. Ну, заяц, ну погоди. Пока, заяц. Кто же нам подсказку даст? Упмалаканти. Упсалаканти. Туда паром едет. О, по Египту едет. Второй балл. Ход. Мама. О, ух ты, смотри, какая там мама. Да. Мама, понимаешь, все в порядке. Так, вы там не засматриваетесь на мою мать. Быстро освободили яхту от бандитов. А вот я. А вот тебя. Вы? И ушлите из яхты, пожалуйста. И дайте эту кот маму присесть. О, ох, как приятно. Ну, куда же, Врунгель, ты нас повезешь? Всех в борт! Полный вперед! В Упсалаканти. Ага, первый балл. Ну, я с такой мамой тоже бы съездил в Упсалу. Так. Папа Луи. О, ты уже пиццу готовишь? Да. О, опять заяц смеется. Он не умеет готовить пиццу. Он не умеет.
умеет? Да ты тебя умеешь. Пока. Ну да, наверное, надо компании целый пройтись, побродить, и вы поймете, что нигде нет лучше пиццы, чем у папы Луи. Значит, у нас красные носы, красные цвета в флагах. У пса вакантий. Второй балл. А о, Малуку. Первый балл. Саша. Да. Я Александра Шестакова. Ты не... Добрый день. Александр Шестаков? Телефон дома. Понятно. Ну, я тогда вечером перезвоню. Пока. До свидания. Ага. Мне, пожалуйста, пиццу. Компот, дай мне шапку. Пиццу. Пожалуйста. А ты, Коржик, открой, пожалуйста, дверь для Саши. Чтобы она занесла пиццу внутри. Ну вот, а теперь можно... и кушать. Заодно посмотрим оранжевые цвета в флагах, как мы, котики. Малуку, второй балл. Нет. Так. Есть. Ага. Дамета, третий балл. Смурфик. Из смурфиков 2. Ну все, я готов. Я... давно уже мечтал отправиться в Азию у кунг-фу-панды потренироваться. Панда стал воином дракона и выучил кунг-фу. Да, выучить кунг-фу и обучить других смурфиков. Так что обязательно поищите азиатские страны. Единственное, это Индонезия. Малуку третий балл получает. Да, только Индонезия. Ну не, я уже стар для таких занятий. Полис гёрл. Так, марихуана, крэк есть? Не, нету. У этой мальчика есть, который... и ротиком говорил про марихуану, и глазам своим он не верит, и даже зубы грязные у него от марихуаны за то, что он курил много. Все, обыск! Мы обыщем все тело человека, доктора Албана. Я с удовольствием готов отдаться вашей... сексуальные руки. А вы поищите синий цвет флага, как моя рубаха форма. Так. Так, синий. Что-нибудь есть синее? Египет. Четвертый балл. Цох и щита. Упсала. Упсала? Где синий? Нету Упсала синий. Есть. Немножко. Эти синие, да? Пятна. Ну ладно. Третий балл. О, а ты кто такой? Я Лунтик. Я к вам прилетел на землю таким розовеньким молодым. Пожил у вас год и стал этим старым. Лунтик. Лунтик. Сильвер Спун. Сильвер Спун. Он
Сына Спуну. Шьет поклон. И заодно ищет в флагах розовый цвет. Вряд ли будет. Ну, а вдруг Лудочек оставил какой-нибудь розовый Нет. цвет тут? Тут нету. Тут только фиолетовый есть, как мой фон. Так ну, давайте дадим этому папуа первый балл. Ладно, Сильвер Спун, Мич. Ура, ура! Ой, это же доктор Элбен. Я помню его в детстве, я слушался эту песню «It's my life». Ой. «It's my life». Я уже старенький, уже. А да, сорока Белобока хочет сказать. Сорока кошку варила, это кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Особенно мне не дала, потому что я типа острый, хотел испугаются все сороки из-за меня. Я вообще-то кашку варила, а не тортик пекла. Был бы тортик, я бы позвала тебя разрезать тортик. Ну нет, я так не играю, сорока Белобока. Ай, ладно. И пусть поможет этот Шрек. Он огр, он сильный. Ого! Ножками подумал. Так. Обожаю кашу. Но сначала, перед тем, как кушать кашу, мне нужно принять эти грязевые ванны. А пока я моюсь, у Майдадыра, вы поищите зеленый цвет в флагах, как у меня. Кожа. Да. Так, что-нибудь зеленое есть? Бауку. Пятый балл. Упсала. Четвертый балл. Лунти, ты где? Просыпайся. Что, что, кого? Что ищут? Вот. Да, я тут. Страшно. Меня зовут Луч. Ну, я Алба, на что? Да, да, мы уже искали розовый цвет, так что... Давайте тогда поищите. Зеленый цвет, я такой же самый, как этот, как его, как Шрек. Ну ладно, зеленый, так зеленый цвет поищем. Еще раз. Малуку, да. Шестой балл получает. И упсала пятый балл. Так. Ну пожалуйста, пожалуйста, мистер Бин, я тебе испекла оладушки, ну покушай. Да. Булочки есть. Нет у меня аппетита, пока я не помог своему любимому доктору Элбену. Как же я могу помочь? О! Идея. У меня красный галстук. Давай поищем красный цвет в флагах. И как твои очки еще. Ой, какая хорошая идея у тебя, Бин. Так. Бауку. Седьмой балл. Упсала. Упсала. Шестой балл. А теперь давай булочки. О, я помог. Выхаживал мартышку. Да. Как же ты набила шишку? Я смотрела на ее маму. Следовала
засмотрелась на ее сиси и попала в аварию. Да-да, нельзя заглядываться на мою маму. Так что следите за дорогой на своих красных машинах. Упсала 7-й балл и Малуку 8-й балл. Да, по-моему, тебе надо эту красотку маму отправить куда-нибудь на солнце. В космос. Пусть она солнце увидит, да. Близко. Луна, планеты, Земля, ракета, созвездие, метеорит. Да. А то слишком тут много людей на нее засматриваются. Ладно, ну ладно, полетели к звездам. А вы посмотрите звезды в флагах. Ой, ладно, как сказал Броди Фокс. Так. Нет звезд. Так, нет звезд. Так. Зато. Так, что-то у меня пицца не готовится. Нужно какую-нибудь веселенькую песенку. Ну, Саша, давай, включай. Все, включаю. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, там любые дороги. Дэн, Свиден, Упсала, 7-й балл. Ну вот, сразу веселее стало. Ой, я тоже с удовольствием послушала бы песенку. Сколько у меня букв? 5. Ага. Давай, пока жду пиццу для себя. Потому что он коричневый, как штанишки у Смурфа. Да, как моя кожа. Нет, нет. Так, ну коричневый есть у нас тут где-нибудь? Нет коричневого. Ну что ж, пройдемся. В Азии я уже был. Так, теперь очередь. Еще посмотреть вокруг света. Интересного есть. Африка, конечно. Там? И что там интересного? Там пигмеи, верблюды. Ага. И горячий чай наливают. Ого, круто. Вау. И зебры бегают. Сафари. Все, есть тут Африка у вас? Я туда. Есть. О, Египет. Как раз пирамиды были. Это 4-й балл. И вот так. Так. Ну что ж, настало время и мне помочь Албану. Давай я стрельну бабуку вам. Давай, красотка. Yes. Так. Дед Мороз. Мамонтёночич. Да. Ты так похож на мамонтёнка, что я сразу дам Малуку бал 8-й. Умка. Белые медведи. Ну все, я поехал, мне там работать надо что-то. Сколько с вами тут возиться. Можно возиться, да. О. Так-с. Ну что, больной, давайте показывайте язык, говорите.
Ну и куда же ваш паровозик едет? Египет, конечно, единственный. Так, 6-й балл. О, кто это? Фиксики. Так фиксиков не существует. Поверь. Так само, как объектов тоже. Объекты — это вымысел. Они не существуют. Как не существуют? Существует Object Show. Ты чё? Ну, это рисованные объекты. Так само, как фиксики. Я тоже рисованный. Вот так, может, помогут тебе. Конечно, помогут. Я же рисованный. Ты нет. Ты реальный человек. Денежки. О, ладно, там можно заработать. 6-й балл. Ножницы. Ну. Утюг. Все, я уже глажу все свои рубашки. Мяч. 8-й балл упсала. Так. О. Короче, последнюю азбуку выучит Пушрек, а я вместе с Илью Спуном за экспертом. Чего? Да, Шрек, ты вот, твоя зеленая азбука, вот. Ну ладно. Издеваются надо. Мальвиночка. Девочка с синими голосами, нету тут такой. Утенок. Утеночек. Желтый утеночек. Упсальча. Есть желтый тебе, 9-й балл. Носородич. Так, и... Дюймовочка. Дюймовочки, да. Так. Ладно, эй, вы там. Выдуманные объекты. Нашли эксперта? Конечно, нашли. И не называй нас выдуманными. А кто же вы? Нарисованные, выдуманные объекты. Ладно, давай. Хватит там бормочить. Иди за экспертом лучше. О, кто же это у нас? Я Ричард Гир. О, братишка, привет. Где ты там так круто отдыхаешь? Мауку, Индонезия. О, тогда я еду к тебе. Нет. Итак, творческий вечер доктора Элберна. It's my life. Пройдет в Мауку. Индонезия.